Золотая ситцевый рюкин. Ну, вот это уже полугодовалый, даже 8-месячный, скорее всего. Довольно-таки крупный рюкин. Ну, вот видно разнообразие, да, красок. У каких-то рыб больше красного, у каких-то, наоборот, больше синего на белом фоне. И желтый оттенок тут есть. Вот. Ну, рыба довольно-таки подвижная. Рюкин более подвижен, я считаю, чем оранда. Ну, в кормлении, как все золотые рыбки, то есть 75% составляющая корма должна быть растительной, 25% мясная. Ну, мы, как правило, кормим мешанными кормами, вот, то есть в которых там и говяжье сердце, и растительные добавки, и витамины. Это всегда свежеприготовленный корм. И мы знаем, что туда положили. Вот. Летом дождевых червей отлично поедают. Единственное, что размер частиц корма равняется диаметру зрачка рыбы. Вот. То есть учитывайте, каковы размеры червей при кормлении.